турбозавры, и мы в Роблокс. Крутые игры. Ты, наверное, будешь лучшим игроком. Только благодаря вам. Надо пригласить еще детей играть с нами. Найди всех турбозавров. Пройди полосу препятствий. Помоги очистить водоем от мусора. Собирай турбаксы, выполняй ежедневные задания и выигрывай наш фирменный медальон. Присоединяйтесь. Турбозавры, вперед! Сегодня завершился чемпионат по фигурному катанию. Давайте посмотрим танец победителей. Мой фигурист. Бабуль, спасибо. Оладьи были очень вкусные. Жду вас к обеду. Петя, смотри, как я могу. Катя, у тебя здорово получается. Я не знаю такой танец. Это не просто танец, Зер. Это фигурное катание. Когда красиво катаются на льду. Ух ты. Но я не вижу никакого льда. Мы просто так, понарошку. Настоящий танец на льду будет зимой. Я бы станцевала самый красивый танец на льду. Неправда. Самый красивый танец станцевал бы я. Вот так. Самый лучший танец станцуем мы. Потому что мы будем кататься вместе. Я самый сильный. Станцую лучше всех. Ну уж нет. Самый классный танец будет у меня. Я же умею летать. Теперь надо дождаться зимы. Не обязательно. Надо построить каток и сделать роликовые коньки. Но для катка нужен лед. А льда летом не бывает. Задача сложная, но нет ничего невозможного. Мы можем построить каток из искусственного льда. Точно! А лед можно напечатать на нашем принтере! И как я сразу не догадался! И еще надо напечатать на принтере роликовые коньки. Угу. Зер, ты найдешь подходящее место для катка. Буль, До и Тор, вы разровняете площадку. Полянка идеально подойдет. Угу. Турбозавры, вперед! Thank you.
Тор, Драк, Буль, осторожнее! Тор, Анки, не туда! Зер, взлетай, а то упадешь! Вот мы и узнали, кто катается лучше. Никто. Но зато мы можем выбрать того, кто катается хуже всех, а? Мы допустили ошибку. Чтобы стать фигуристами, недостаточно построить каток. Надо научиться кататься. Петя прав. Надо потренироваться. И... Построили летний каток. Это точно! Внимание! Сейчас вы увидите синхронный танец турбозавров! Теперь мы все лучшие фигуристы. Ура! Теперь не буду ни звонить, ни писать. Буду смайлики посылать и стикеры. Тридцать четыре, 35. Я иду искать. Вижу Петю и Борю. Ну вот, Федя нашелся сам. Так нечестно. Если бы я не чихнул, ты бы меня никогда не нашла, даже через год. О, перестань. Я когда вожу, сначала смотрю на деревьях. Все потому, что во дворе прятаться негде. Вот в лесу я бы спрятался запросто. Тетя Нора запрещает нам ходить в лес. Играем дальше здесь. Петя, ты водишь. Раз, два, три, четыре, пять. Не понимаю, куда он ушел? Может, в лес? Помнишь, он говорил, что там его никто не найдет. Я найду. Очень просто. Боря, ты что, хочешь один его искать? Он мой брат. Мне его и искать. Спасите! Спасите! О, Федя! Зря мы отпустили Борю одного. Что теперь делать? Я знаю, турбозавры помогут. Отличный кадр. Нам очень нужна ваша помощь. Наши друзья заблудились. Без паники. Зер летит на помощь. Я и не знал, что лес такой большой. Я устал. Есть хочу. Все хотят. И пить тоже. Интересно, нас когда-нибудь найдут? Я нашел их, но добраться до них нелегко. Там с одной стороны болото, а с другой овраг. Переберемся через овраг. Вау, вот это овраг! Что же нам делать? Ты говоришь, что нет ничего невозможного. Так как мы перейдем? Видишь упавшее дерево? Сделаем из него мост и перейдем на ту сторону. Турбозавры, вперед! Тор, утрамбуй землю там, где будем строить мост.
Анки, ты цепляешь дерево и передаешь траку. А ты перекинь ствол на другой край оврага. Это все утренняя зарядка. Как же мы теперь переберемся? Есть идея. Что если построить полноценный мост? Вот такой. Так даже лучше. Мост на сваях. Мост на сваях! Фантастика! Зер и До, ищите стволы для моста. Буль, вези эти стволы сюда. Тор, теперь нам нужна площадка побольше. А если сваи воткнулись непрочно? Сейчас все будет прочно! Нам нужны доски для настила. Анки, передавай бревна траку. Он нарежет их на доски, а потом уложит на сваи. Не буди их. У меня есть идея. Но для нее нужен вездеход. Где же мальчики? Уже поздно. Куда они пропали? Моих мальчиков нет. Не волнуйтесь. Мы в прятки играли. Искали, искали их. И вот нашли. Пойдемте. Федя, Боря, нельзя спать на земле. Можно простудиться. А где болото? И где страшный лес? Приснилось. Пойдемте, пироги готовы. И друзей зовите. Друзья очень важны. До, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак – твои друзья-турбозавры. Теперь они на веселых стикерах в Вайбер. Подписывайся на наш канал и посылай друзьям яркие эмоции. Ссылка в описании. Привет! Куда это вы собрались? Мы идем в поход, как настоящие туристы. Жду вас к обеду, туристы. Поход – это здорово! Только вот сегодня дождь обещали. А у нас палатка есть, непромокаемая. Далеко еще? Палатка тяжелая, я устал. Терпи, настоящие туристы целую неделю могут палатку носить. Вот и дождь собирается. Катя предупреждала. Ладно, ставить палатку будем здесь. Здорово, настоящий поход. Как там сейчас мои туристы? Наверное, промокли. Глубоко, а мы плавать не умеем. Я домой хочу! Обедать пора! Спокойно. Будем искать еду здесь, на острове. Уже время обедать, а мальчиков все нет. Я начинаю волноваться. Сходите за ними. Вы ведь в нашем лесу как дома. Конечно, тетя Нора. Мы мигом. И отнесите им пирожки. Вдруг они проголодались. Да и сами угощайтесь. Спасибо. Мы скоро. И к обеду не пришли. В общем, надо их найти. Зер, вся надежда на тебя. Поисковый птеродактиль к вылету готов. Я фонарик взял и компас. Компас несъедобный. Я есть хочу.
Да, задача сложная. Задача сложная, но нет ничего невозможного. Смотрите, вот это островок. Здесь Боря и Федя. Вокруг вода. Здесь озеро. Мы прокопаем канал, по которому вода уйдет в озеро. Вы все видели? Стихийное бедствие! Наводнение! Туристы отрезаны от материка! Спокойно, Зер. Мы уже все придумали. Сейчас начнем операцию по спасению Бори и Феди. А пока доставь терпящим бедствие вот эти пирожки. Ой, вот бы сейчас тетиных пирожков! Ой. Рыть канал начнем от озера. Анки, убери ствол поваленного дерева, он будет мешать. Буль, Тор, ройте канал. Зер, тебе сверху все видно? Указывай направление. Копайте в мою сторону, прямо на западный северо-восток. Турбозавры, вперед! Землей что-то твердое. Возможно, камень. Надо его извлечь. Копать в обход слишком долго. Трак, нужна твоя помощь. Помоги Булю. Молодец, Трак. Дальше мы сами. Тебе нельзя показываться на глаза Боре и Феде. А? Одному мне тут скучно будет. Я останусь с тобой. Посмотрим, как пойдет вода. Спасибо. А почему спасатели так быстро уехали? Нам что, теперь самим рюкзаки домой тащить? Сейчас приедет спасательное такси на автопилоте. А потом приехали спасатели и нас спасли. Они нам с вертолета даже пирожки сбрасывали. Почти такие же вкусные, как у тебя, тетя Нора. Хочешь поиграть с нами в умные игры? Перетаскивай картинки, собирай пазлы, тренируй память, рисуй и раскрашивай. И собирай награды прямо на планшете или телефоне. Ого, смотрите, какой дождь! Надеюсь, он кончится до твоего дня рождения. Жду не дождусь бабушкиного пирога с корицей. Самый вкусный пирог на свете! О, как жаль! Ладно, попробую что-нибудь придумать. Они не могут доставить все для пирога и Политу. Оползень перекрыл дорогу. Мы что-нибудь придумаем, бабушка. Да вы что? Правда? Это было бы чудесно. Давай свой список, бабушка. Мы все принесем. Нет ничего невозможного. Гроза кончилась, гром был очень страшный. На небе было так громко, но я старался не бояться. Не нужно меня фотографировать. Вокруг такой беспорядок. Привет, ребята! У вас гроза ничего не разрушила? Нет, но все разметало. Мы только закончили уборку. Отлично! Нам нужна помощь. Ух,
Да, тут без нас не обойтись. Драк и Тор, нужно расчистить дорогу. А что насчет нас? Что мы будем делать? Мы идем за покупками. И нужно, чтобы До преодолела этот оползень. Обожаю покупки, я в деле. Анки и Тор, вы со мной. Нужно убрать грязь. Хорошо, мы будем работать с Тором, а? Нет, мы будем работать с грязью. Забор. Подготовишь столбы, Трак? Одна опора уже готова. Пирог. А это особенный подарок от особенных друзей. Какой чудный день, да, турбозавры? Сейчас он станет еще лучше. Ипполиту очень понравился ваш подарок, и он передал вам это. Кто хочет сладкий пирог с корицей? Поставь лайк этому видео, и мы будем появляться чаще! Ничего себе! А я думал, это землетрясение. Петя, не землетрясение, а соревнование. Прыжки в длину. Скорее в глубину. А вы не могли бы прыгать подальше отсюда? Например, в лесу? Лучше не надо, Кать, там овраг. Овраг? Где овраг? А он широкий? Ага, и глубокий. Может быть опасно. Вы куда? Мы только посмотреть. Не беспокойтесь, мы тихо. Н-
наконец-то что-то серьезное. Сдавайся, Анки. Вот еще. Готовы? 3, 2, 1. Ты не ушибся? Может, ну их эти прыжки? Это разве прыжки? Вот сейчас будут прыжки. Что это? Новая дорога? Нет, это новый мировой рекорд. А вдруг рабочие придут? Раз их до сих пор нет, значит, у них выходной. Да, расстояние серьезное. Далеко прыгать. Ага, и высоко падать. Ха, испугался. Да, за тебя. Это ты у нас тормозить не умеешь. Это я не умею. Ах так, вызов принят. 3, 2, 1. Подожди, я передумал. Я же говорил, испугался. Я верю, что ты сможешь, Анки, но лучше не надо. Ну что, кто чемпион? Как слезать будешь, чемпион? Здесь тесно, не разогнаться. Зато ты выиграл. Кажется, я проиграл. Спасите меня, пожалуйста! Слишком высоко! Держи! Нет, так не пойдет. Мой план зашел в тупик. Зато я нашел еще один план. План стройки. Как это нам поможет? Нет ничего невозможного. Если недостроенную дорогу нельзя перепрыгнуть, ее надо... перелететь? Достроить. Как же мы сразу не додумались? Турбозавры, вперед! Правильно. Не волнуйся, Анки, мы все сделали по плану. 3, 2, 1. Встречайте чемпиона! Ура! Ух ты, новая дорога такая ровная. Давай на перегонки. Может, лучше в шахматы? Ну что, прыгаем? Легко! Только сначала давайте мост достроим. Буль, Зир, Анки, Тор и Трак – твои друзья-турбозавры. Теперь они на веселых стикерах в Вайбер. Подписывайся на наш канал и посылай друзьям яркие эмоции. Ссылка в описании.
У вас что, праздник? Ага, мой день рождения. Здорово, поздравляем. Только мы никого не приглашаем. Сами все мороженое съедим. Приехала! Катя, а пойдем к турбозаврам? Привезли? Хочу, хочу. Привез. Для вас целый прицеп мороженого. Это нам тетя Нора заказала. Опа! Похоже, где-то отцепился. Как отцепился? А мороженое? К вечеру растает. Без машины холодильник в прицепе не работает. Но вы же за ним вернетесь? Не могу. Других заказов полно. Привезу вам новое завтра. Как же так? День рождения и без мороженого. Мороженое надо спасать. Сэр, ну что, видишь прицеп? Вижу! До, еще немного сдай назад, пожалуйста. Мы тебя прицепим. Эх, но почему это не прицеп с цветами или модными шляпками? До! Стоп! Смотрите, внутри прицепа есть воздух, поэтому он не тонет. Мы можем его достать. Как, Катя? Его же уносит! Нет ничего невозможного. Зер, До, река проходит неподалеку от вашей базы. Там мы сможем его выловить. Ага, надеюсь, что рыбы не заинтересуются мороженым. Река перед лесом делает петлю, так что у нас есть немного времени, прежде чем мороженое будет здесь. Какие есть идеи, ребята? Давайте я его поймаю. Обожаю мороженое. Груз слишком большой, тебя может сбить с ног трак. Построим плотину. Река разольется и повредит растениям и животным. Я против. А если построить такую плотину, которая пропустит воду, но не мороженое? Сделаем суперсито. Отличная идея, Петя! Турбозавры вперед! Совсем невкусное. Трак, мороженое внутри. Это что, наше мороженое? Ага. Только не спрашивайте, кто нам помог его достать. Это тайна. Ну, приятного аппетита. Стойте! Идем к нам! Я приглашаю вас на день рождения. И эти, ну, кто вам помог, пусть тоже приходят. Спасибо, Боря, мы с удовольствием. Но наши друзья, они не смогут, у них дела. Угу, но я знаю, как вы можете их отблагодарить.
Хочешь поиграть с нами в умные игры? Перетаскивай картинки, собирай пазлы, тренируй память, рисуй и раскрашивай. И собирай награды прямо на планшете или телефоне. Как весело, ребята! Да, но сначала приберем здесь. Воу, берегись! Хорошо, что мягко приземлились. Ха-ха, это точно, Тор! Давай позовем ребят на помощь. Эй, я что-то слышал, сюда! Смотри, разбросанные ветки и валуны – это верный признак, что Йети рядом. Смотри, Боря, вон! Тут написано, что еще один признак – странные следы в грязи. Боря, Йети были здесь! Если я сниму их, то буду звездой! Пошли! Мы охотимся на Йети. Хотите помочь? Йети не существует. Мы видели их следы и слышали ворчание. Пойдем, Федя, мы им докажем. Глупости. Как будто странные следы и ворчание означают, что Йети прячутся... О, нет, они не найдут Йети, но могут найти турбозавров. Бежим, нужно увести их от базы. У нас получаются классные следы. Стой, а если они их не увидят? Боря сказал, что слышал звуки. Это должно их отвлечь. Пойдем. Вот, ты слышишь, Федя? Йети совсем близко. Включай камеру. Надо бы смазать дверь. Это не дверь. Звук идет оттуда, где мы играли. Давайте проверим. Что вы здесь делаете? Мы слышали рычание. Вы в порядке? Мы да, а вот вы нет. Боря с Федей ищут Йети, которых не существует. А вы существуете и... Они идут. Вам лучше спрятаться на базе. Мы уведем их. Я не знал, что эти такие огромные! О, нет! Боря, он нас догоняет! Лезь наверх! Он высокий, но не настолько... Он нас не достанет. Но как мы спустимся? Я об этом пока не думал. Помогите! Что с тобой? Что за крики? Я упал. Постой, какие крики? Спасите! Кто-нибудь, помогите! Это Боря? А почему он кричит? Они с Федей должно быть в беде. Понадобится помощь. Турбозавры вперед! Мы должны спасти Борю с Федей, но сначала нужно их найти. Да ну их, этих Йети! Не хочу больше быть знаменитым. Охотников на Йети. Вон они. Анки, ты сможешь добраться туда? Простите, я высокий, но не настолько. Если я распилю эти палки, мы можем построить спасательную горку. Нет ничего невозможного. Oh.
был Йети? Какая разница? Я первый! Нашли Йети? Ой, а почему вы такие грязные? А, мы пошутили про Йети. Все знают, что их нет. Но мы нашли классную горку в лесу. Сами посмотрите. Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Бабушка, а пошли за грибами и за ягодами. Идите без меня. Что-то я на огороде сегодня устала. А вот и Полит с вами собрался. Петя, а давай организуем доставку грибов и ягод в наш поселок. Ведь многим некогда идти за ними в лес. Точно! И турбозавры нам в этом помогут. Побежали к ним. Ну что же, идея очень хорошая. Мы с вами. Правда, ребята? Тогда все за грибами и ягодами. Вот это да! Тут на весь город хватит. Вот, я тоже вкусный гриб нашел. Сам бы съел, но совесть не позволяет. Во-первых, сэр, мухомор несъедобный. А во-вторых, нам надо построить склад для хранения богатства. Правильно, Буль. Только сначала давайте составим план стройки. Тут будет конвейер, тут упаковка, а вот тут погрузка. Все ясно? Все ясно. Для стройки нам понадобятся бревна, камни и еловые ветки. Мы с Траком строим фундамент. Тор и Анки – стены и крышу. Турбозавры, вперед! А мы пока тут грибочки постережем, а то вдруг их кто съест. Получился. Надежный. Теперь можно заняться упаковкой, а потом и доставкой. А как же мы их доставим до поселка? А это уже задание для Зера и До. Корзинки надо наполнять до краев. Да пожалуйста. Посмотрим, кто быстрее до поселка доберется и корзинки раздаст. Счастливого пути, ребята! Ха, видимо, До сильно отстала. Можно передохнуть и подкрепиться. Что
Что случилось, Зер? Нужна помощь? Я проверяю, съедобный гриб или нет. Может, это мухомор? Сам ты мухомор. Мухомор красный и в белый горошек. Догоняй. Вот тебе и отстало. Да, подожди меня! Сюрприз из леса. Ой, да тут грибы и ягоды. Какой приятный сюрприз. Спасибо. Кыш, кыш, я опаздываю. Пожалуйста. Чудеса! Настоящий грибной дождик! Это не чудеса, а быстрая и надежная доставка даров леса к вашему столу! Наслаждайтесь, а я очень спешу домой! Спасибо, Ду! Я так спешил тебя обогнать, а вот что получилось! Я и сама люблю скорость, но иногда спешка плохой помощник в деле, Зэп. Лучше не торопиться, а сделать все аккуратно и правильно. А теперь домой. Хочешь видеть новые серии первым? Нажми на подписаться. Не правда ли? Подождите, что-то случилось. Бабушка, библиобус приехал. Какую книгу взять тебе на этот раз, малыш? Про пиратов? Сказку? Может, историю о космосе, а? Что ж, посмотрим, что у библиобуса есть для нас. Здрасте, как поживаете? Можете отдохнуть в тенечке. О, как же тут много разных книг! Что ты выбрал? Моя любимая серия детских детективов. Я так и думала. Что? Эй, бабушка! Бабушка, библиобус поехал! Бабушка, стой! Нужно остановить автобус! Турбозавры, вперед! До, ты самая быстрая! Езжай за Петей и Катей! Запрыгивайте! Что дальше? Что, если я подъеду к двери, а бабушка просто запрыгнет ко мне на заднее сиденье? То! Бабушка не может на скорости прыгать из автобуса! Ты права. Пусть это будет запасной план. Нет, этого совершенно точно не будет. Смотри, Зер тут! Зер, берегись! Я... хотел. Ну, конечно. Но мы хотим остановить библиобус, и нам нужна помощь. И помощь уже в пути. Смотрите, дорога заканчивается. Пока,
автобус едет вниз, остановить его невозможно. Нет ничего невозможного. Если нельзя остановить его сейчас, заставим его ехать вверх. Отличная идея. Сэр, найди Трака и Анки. Нам срочно необходима их помощь. Тор, нам нужен уклон в 30 градусов. Трак, тебе надо выровнять подъем. А я попробую направить автобус к съезду. Хотя говорящих грузовичков, конечно, не существует. Да, говорящие грузовики. Обхохочешься. Нажми на подписаться и смотри новые серии Турбозавров. Эй, вы куда? Поиграем в футбол? Не видишь, что мы заняты? Ты не спрашивай, чем. Это секрет. Штрафной! Подножка хвостом, игра зубами. Ах так? Ну ладно, я сделаю очень-очень длинный разбег. Вот мы построили ракету. Но это же бабушкина тачка. Была тачка, а теперь это ракета. Ты что, сломаешь? Класс, можно прокатиться? Нет, на ракете только мы можем кататься, а ты не умеешь. По-моему, вы просто жадины. Пойдем отсюда, ребята. Никакие мы не жадины, просто мы очень бережливые. А теперь фото на память. Отлично! А теперь попробуем так. Трак, ты очень тяжелый. Это опасно. Ах,
Тормози, Трак! Впереди болото! Мы забыли про тормоза! Скорее! Трак провалился в болото! Трак в беде! Турбозавры вперед! Я буду спасателем! Нет, не буду. Нельзя терять время! Там трясина! Анки, брось ему трос и вытащи на берег! Петя, Катя, скорее отматывайте трос и цепляйте за дерево! Держись, Трак! Я близко! Бросайте крюк! Скорей! Мы знаем, что делать! Тор, нужна твоя помощь! Анки, тяни! Спасибо, ребята, что вытащили меня оттуда! Турбозавры всегда приходят на помощь! И прилетают!